Катюшенька, Катенька, тебе когда надо будет уходить, то уходи. Тебя уже надо, что отправить уже надо. А что у тебя еще такое? Родители? Нет, в школе с моей подругой. Большое вам спасибо за то, что у нас есть. Во-первых, я так думаю, что всем вам будет интересно, и надо будет это вот. Каждый купил кассету. Каждый? Каждый. Ну, тебе, вот ты захочешь дома? У меня дома есть пустая кассета. Вот, понимаешь, потому что, ну как, я вам дам, ну хорошо, ну я вам дам, ну вы посмотрели, ну и что дальше? Пройдут годы. Понимаешь? А потом через месяц, или дайте посмотреть. Нет, дело не в этом, понимаешь, Катюша? Дело в том, что можно не иметь Витика. Вот сегодня, предположим, у тебя Витика нет. Но может пройдет 10 лет. Понимаешь, у тебя появится. Ну у тебя. А кассета, пожалуйста, кассета, ты в гости пошла, ты куда-то пошла, и ты на себя посмотрела. Про моей Машки. Вот. Так что, понимаешь, то есть я так думаю, что это на память. Нет, кассета, ну вот ты посмотришь один раз, да? А потом пройдут годы, тебе же интересно будет. Не бывает. Какая ты была? Я была в первом классе. Закончился учебный год. Мне скучно, за школой скучно. Зачем ты уже двойки себе ставишь? У нас уже Катюша все третьи тетради записала. В первом классе мама там заночковала. И она такой гогот пробила. Там в одном слове 8 ошибок из 5 букв слова. О, как это работает? Я не знаю. Так, ну что, все там уже? Нет, там еще кто идет? Куда? Ты поедешь в метро? Нет. Ты будешь лев понимать? Нет. Так, короче, тут же. Да, ну тут. А ты куда полетел? Я уже думала, на маршрутку. На пол. Домой сроки.